по программе второго разряда. Извините, третьего разряда, возрастная категория 8-10 лет. На третьем месте команда «Анастасия». На втором месте команда «Роксет Шармель» Тула. Победителями турнира стала команда «Роксет Фагет Минот» Тула. Ты парада подойдете, хорошо? Спасибо.
Новгороде. На втором месте команда школы Олимпийского резерва «Приволжанка», Казань. На первом месте гости нашего турнира, команда Санкт-Петербурга. На третьем месте команда города Перми. На втором месте команда спортивной школы «Полет» Нижний Новгород. Победитель и звезда команда училища Олимпийского резерва номер один Нижний Новгород.